Всем привет! Я в магазине «Фикс Прайс», город Орск, остановка ДК «Нефтехимиков». Смотрите, какие у нас новиночки, давайте посмотрим вместе. Вот такой, как палантин, шарф, не знаю, как его даже назвать. Он широкий. Смотрите, сейчас я покажу вам. О, какой широкий. Этот он вдвое сложен в длину, а ширина вся у него. Кайма по низу идет. А сейчас посмотрим, из чего он состоит. Состав 100% полиэстер. А это вообще мужской. Шарф мужской, 185 на 58 сантиметров. Ничего себе. Какой классный. Мягкий-мягкий на ощупь. Смотрите, какие расцветки есть. Черные, синие, с черным, серые. И вот такие вот. И все в елочку. Интересный шарф. Мне кажется, не только мужчина, даже женщина может такой на себя надеть. И стоит такой шарф 199 рублей. Появились перчатки. С ангоркой, я не знаю. Я всегда говорю с ангоркой, а потом начинаю читать состав. А там один полиэстер. Да, полиэстер и шерсть. И в ассортименте, смотрите, есть синенькие, черненькие и бежевые. На ощупь они не сильно колются, нормальные, мягенькие, симпатичные. И тут же хочу показать носочки. Мягенькие. Размер 36-40, небольшой люрекс. Ниточка блестящая проходит. Тоже в ассортименте. Разных расцветочек. Вот такой мне прям носочек. Такие носочки мне нравятся. Хорошенькие. И вот в составе полиамид, полиэстер, металлическая нить и эластан. Так вот вроде как в составе ничего хорошего и нету. А так ничего, на вид симпатичный. Смотрите, какие появились пакетики симпатичные. Голографические. Пакет подарочный. 39,5 на 31,5 сантиметров и 10,5. Симпатичные. 51 рубль стоит. Есть разные расцветки. А вот смотрите. Давайте посмотрим еще. Здорово такой пакетик поставить и подарить что-то кому-то. Они такие не маленькие, не сильно дорогие, с розочками, что ли. Вот этот мне больше всех понравился. У горошек такие упаковки, вернее пакеты. Это уже такие плотные, жесткие. Тоже 51 рубль, 32 на 26 и 10 сантиметров. Открытки, посмотрите, какие деревянные. Таким образом вытаскивается, фиксируется. 25-50. И набор деревянных елочных украшений. 12 штук. 55 рублей. А вот еще нашла пакеты. Смотрите, прям новогодние-новогодние. С елочками. И тоже стоит 51 рубль. 26 на 31 и 10 сантиметров. Наверное, тоже много дизайнов различных. Да, смотрите. Все вытаскивать не буду. Там есть еще с оленями. Можно повыбирать, прийти и повыбирать себе. Маленькие пакетики за 27,50. 18 на 23 сантиметра и 10 сантиметров. И тоже в ассортименте всякие разные. Это уже поменьше.
привезли новогодние полотенца вафельные с изображением мышки. Их очень много расцветок. Размер 45 на 60 сантиметров. 100% хлопчатобумажный. Не помню, такой рисунок показала. Ну, в общем, смотрите, две большие стопки. 51 рубль. Сколько товара в магазине. Это же просто горы, горы. Это все в середине. Затем вот все. Плюс еще на стеллажах. Все выставили. Приготовились, наверное, уже к Новому году. Кому что надо. Полотенца. Контейнеры. Идем дальше. Бедра. Тоже это все на островке, в середине. Здесь продукты. И конфеты, печенье. Здесь тоже очень много выложено товара новогоднего. Здесь в начале магазина тоже очень много продукции. Мало того, что все наложено на прилавках, еще плюс так стоят на островках в середине магазина. Корзина сетка трехъярусная, 25 на 25 и 75 сантиметров. Вместительная, занимает мало места. Расцветки разные. Очень даже удобно, потому что есть ярусы, и можно, пожалуйста, сверху положить что-то одно, здесь другое, здесь третье. Термометры садовые, смотрите, какие красивые. За 77. У нас была божья коровка, она постоянно отваливалась от окна. И вот мы ее каждый год бесконечно приляпываем назад. Набор для творчества. Смотрите, попугаи появились. Ой, что-то упало. Смотрите, появились попугайчики. А это для вышивания. Там, а здесь мозаика. А здесь уже... А здесь вышивание крестиком. А это алмазная вышивка. А это лентами и бисером. А сейчас вижу круглые подносы, симпатичные. Размер 35 сантиметров. Состав полипропилен. Сделано в Китае. За 77 рублей. И такие за 99. Такие не маленькие. Тоже от Kitchen, 47 на 30 сантиметров. Тоже изготовлены из полипропилена. И металлический поднос за 99. Это в основном у кого есть самовары. Только он очень-очень тонкий. 35 сантиметров. Но очень тонкий. И цена от 55 до 99. Очень много наборов бит, торцевых головок различных за 199. Очень удобные чемоданчики. Такой набор бит за 77. Опять за 199. И вот какой за 99. И такой. Не знаю, как они по качеству, но очень много. И вот опять новинка за 199 рублей. Тоже набор бит и торцевых головок в виде отвертки.
Видимо, туда вовнутрь, наверное, вставляется отвертка. Ну да, вот нарисовано. И размер. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.